Так, добрый день, коллеги, добрый день, друзья. Меня зовут Артем, если кто-то не знает. И сегодня для вас я представитель компании Multivan в России, менеджер Multivan. Тема сегодняшнего нашего вебинара, наверное, максимально интересна. По крайней мере, вот за те полтора года, что я работаю с этой замечательной техникой, с мини-погрузчиком Multivan, ни разу еще, наверное, мне не доводилось рассказывать о таком количестве всяких интересностей и нововведений, как это будет сегодня. Значит, смотрите, тема нашего сегодняшнего разговора – это инновационные изменения, которые ожидают нас в 2021 году. Их прям огромное количество. Сейчас вся презентация, она будет наполнена максимально разнообразными нововведениями и интересностями. И говорить об этих интересных вещах мы будем на примере новой модели. Забегая вперед, скажу, что у компании Multivan несколько изменился модельный ряд, об этом я скажу чуть позже. И все вот эти вот новшества мы будем рассматривать на примере новой модели 8.4SK. Как вы могли уже, наверное, заметить, сейчас такую небольшую превьюшечку мы сделаем, того, что сегодня нас ожидает. Вот так. Значит, вы наверняка заметили, да, те, кто работает с Multivan, интересуется этой техникой, что в последнее время у компании Multivan появился префикс буковка K практически во всех моделях. Значит, это связано в первую очередь с тем, что компания Multivan с прошлого года фактически начала переходить на установку на свои машины массового двигателя Kubota. То есть, если раньше большинство машин Multivan оснащались двигателями Yanmar, то сейчас максимальное количество моделей в модельном ряду либо уже оснащено, либо будет оснащаться двигателями Kubota. Безусловно, у нас остается в паре моделей еще Yanmar, но я думаю, что скоро и их не останется, да, этих моделей. Ну и, соответственно, двигатели Keller остаются бензиновыми на второй модели, ну и на 9 и 10 модели тоже остаются Keller. Значит, смотрите, да, какое количество самых разнообразных, интересных слов, словосочетаний можете видеть на этом слайде, да, это все новшества, все новые какие-то вещи, которые будут ожидать нас в 2021 году уже совсем скоро. Буквально вот за 10 минут до начала моего выступления я получил из Италии файлик, я не успел его вставить, соответственно, в свою презентацию, я вот так это покажу. Вот. То есть это причина, по которой компания Multivan переходит на двигатели Kubota. Вот этот график, я думаю, что он будет доступен на бренд-дилере, какие-то материалы я оставлю, вкратце я расскажу, что на нем происходит. Здесь сравниваются крутящие моменты двух двигателей Yanmar 3TNV76 и Kubota 13.5. Соответственно, при равных количествах оборотов крутящий момент у двигателя Kubota он гораздо выше. Именно вот это Multivan называет основной причиной перехода на продуктовую линейку двигателей Kubota. Значит, смотрите, поехали по новшествам. Итак, что нас ждет в 2021 году, начиная с новой модели 8.4SK? Обратите внимание, это в первую очередь новая система отопления. Новая система отопления связана в первую очередь с тем, что все больше и больше машин Multivan поставляются в страны, подобные России, там, Северную Европу, соответственно, там, где холодно, и там, где хотелось бы, чтобы оператор чувствовал себя максимально комфортно. Новая система отопления, в том числе, связана с переходом Multivan на новую панель управления, вообще на новый интерьер кабины, это мы увидим чуть позже. Чем же у нас, собственно говоря, будет отличаться новая система отопления, установленная на мини-погрузчике Multivan? Увеличено количество так называемых вентиляционных отверстий, то есть, если вы помните, максимально раньше это были 3 таких круглых дефлектора, то сейчас их 9, то есть 8, как можете видеть на картинке, квадратных прямоугольных, да, отверстий по периметру кабины и один большой круглый дефлектор, как и раньше, он будет, соответственно, в ноль.
Второй неоспоримый плюс – это то, что теперь появился температурный датчик, и температуру в кабине мини-погрузчика Multivan можно настраивать. Да, и вы видите здесь ручки, которыми можно осуществлять контроль температуры, выбирать скорость вентилятора, а также теплый или холодный воздух будет подаваться в кабину. То есть это уже большой прорыв по сравнению с той системой отопления, которая существовала у мини-погрузчиков до 2021 года. Все это интересно, все это я, честно говоря, вживую не видел. Первую машину, вот эту 84SK, мы привезем только через месяц-полтора. В плане она у нас стоит, и посмотреть на нее вживую будет достаточно интересно. Опять же, забегая вперед, скажу, что компания Multivan анонсирует, что все вот эти нововведения, большинство из них, о которых я буду сегодня говорить, они будут распространены в течение 2021 года практически на весь модельный ряд без исключения. Так, с новой системой отопления мы разобрались, и, не теряя времени, едем дальше. Вот, опять же, то, о чем я говорил, это новая приборная панель. Не секрет, что нахождение кнопок под правой рукой, под локтем оператора, ну, не всегда удобно. Я, честно говоря, сам, когда мне доводилось работать на мини-погрузчике Multivan, периодически задевал локтем какие-то кнопки, ну, сигнал, допустим, звуковой. То есть это происходит, это не совсем удобно, и компания Multivan, беря курс на максимальный комфорт работы и удобство нахождения операторов в кабине и работы, представляет вашему вниманию, соответственно, новую приборную панель. Что мы видим здесь, да, то есть большое количество переключателей, оно переместилось из-под локтя оператора вперед к многофункциональному дисплею. Непосредственно вперед сдвинулся и сам джойстик. Как утверждают специалисты компании Multivan, такое расположение джойстика, оно более удобно для оператора, чем то, что было раньше. То есть он чуть-чуть вперед выехал, и все теперь расположено на уровне пальцев, на уровне правой руки, и сосредоточено практически в одном месте, что очень удобно и позволяет оператору без труда контролировать мини-погрузчик, операции, которые проводятся мини-погрузчиком, все это фактически одной правой рукой, не отвлекаясь от работы, все интуитивно понятно и все в шаговой доступности, не скажешь, в пальцевой доступности, соответственно, оператора теперь находится. То есть новая панель, все это более удобно, более визуализировано, более эргономично и более удобно. Тоже мне вот с нетерпением хочется посмотреть вживую на эту новую панель. И, соответственно, попробовать поработать на этом новом погрузчике. Итак, два нововведения позади. То, о чем мы стараемся говорить давно, то, о чем уже какие-то слухи ходят периодически. Третье поколение пластика. Сейчас оснащаться будет практически, не практически, а все мини-погрузчики Multivan будут оснащаться новым пластиком. Обратите внимание, вот те фотографии, которые здесь вот на этом слайде присутствуют, это скриншоты из видео о том, как господа мультивановцы тестили свой пластик. Могу честно сказать, что лупит он со всей силы вот этой палкой по нему. Ну и, соответственно, обратите, машина 7.2 проезжает по пластиковому крылу. Здесь этого не видно, но никаких повреждений оно ему не наносит. Видео это доступно, на самом деле, итальянское. Из определенных соображений я его пока никому не показывал. Почему? Потому что буквально на следующей неделе я планирую делать свое видео, то есть максимально такое достоверное, да, в условиях российской действительности я буду всеми возможными способами пытаться сломать новый пластик Multivan. Получится у меня или нет, мы узнаем, я буквально думаю, что через пару недель, но я думаю, что не получится. Потому что, обратите внимание, да, новый пластик, который имеет матовую текстуру, если в отличие от предыдущего поколения пластика, который был противоударный, но глянцевый, да, и не выдерживал таких нагрузок экстремальных, как новый пластик, этот матовый. Значит, чем он отличается? Он сверхпрочный, он выдерживает широкий достаточно температурный диапазон от запредельного минуса до запредельного плюса. Он не выцветает, потому что обладает определенной защитой от ультрафиолета. Он прочнее обычного АБС-пластика, причем
как мне опять же сказали представители компании Multivan, ABS пластик, тот, который используется в конструктиве многих машин, он запатентованный, и патент на этот пластик принадлежит японской компании Nippon. И, соответственно, когда вы хотите использовать ABS-пластик в конструкции своего оборудования, вы должны платить определенные взносы, роялти, да, за, соответственно, использование этого пластика. Новый мультивановский пластик не подвергается уже подобным, соответственно, платежам. И вообще, честно скажу, сам производитель в обиходе, в разговоре называет его резиновым пластиком, потому что, ну, фактически невозможно его уничтожить, и невозможно ему помять, там, какую-то форму, соответственно, нарушить. Очень важно, что такой пластик только на мини-погрузчиках Multivan, а у конкурентов такого не будет, ну, я не знаю, в ближайшее время точно не будет, это однозначно, это огромный плюс. Окей, значит, смотрите, вот еще одна замечательная, прямо вот глобальнейшая инновация, которая ожидает большинство мини-погрузчиков Multivan в 2021 году, это так называемая система OneDrive. А в чем преимущество этой системы, вкратце я расскажу. Если вы помните какие-то там мои предыдущие вебинары или смотрели видео, преимуществах опций проходимости мини-погрузчика Multivan, вы знаете, что основное отличие Multivan от ближайшего конкурента мини-погрузчика Avant заключается в том, что гидропоток у Avant идет сначала на передние колеса, а потом на задние, у Multivan, соответственно, сначала на задние, потом на передние. Поэтому вот отсюда был в том числе такой неофициальный слоган компании Multivan: мы не тянем, мы толкаем, потому что первичные здесь все-таки были задние колеса. Что такое система OneDrive? Система OneDrive означает, что теперь на мини-погрузчиках Multivan гидропоток распределяется не через какие-то колеса на другие, да, а прямо равномерно распределяется сразу на 4 колеса. Реализовано это за счет того, что устанавливается новый гидростатический насос. Насос этот изготавливается по спецзаказу компании Multivan. Он абсолютно уникальный, инновационный, достаточно мощный, да, и сервисы пригодные, потому что большинство портов для замеров давления и так далее, все выведено сюда, в этот блок. Значит, производительность такой системы, как заверяет производитель, на 30% выше, чем у стандартной системы. Температура гидравлического масла в контуре ниже, что тоже определенный плюс. Ну и, собственно говоря, как мы увидим чуть дальше, сам контур стал короче, и это тоже определенный плюс и определенное повышение производительности. То есть, смотрите, у нас минимизируются потери мощности, увеличивается крутящий момент, машина становится более быстрой, более мощной, меньше топлива начинает расходовать такая машина, и это прямо определенный прорыв, потому что у конкурентов такого точно нет. Опять же, повторюсь, в ближайшем будущем не планируется, и это выводит Multivan и их технику фактически на передовые лидирующие позиции в данном сегменте рынка, потому что это реально круто, и такого, повторюсь, нет ни у кого. Пока вот та информация, которую обладаю, я запросил у производителя гидравлическую схему, пока я ее не получил, то есть это либо защита какая-то вот первичная, да, вот какого-то копирования, не знаю, но пока они мне сказали, вот что есть, то есть, а там дальше посмотрим. Вот то, о чем я говорил, то есть уменьшается у нас количество соединений, количество шлангов благодаря новой системе OneDrive. Соответственно, система становится более простой, более короткий гидравлический контур делает его более проходимым, а меньшее количество шлангов, ну, соответственно, позволяет меньше сервисно обслуживать данную систему. Ну и тут, наверное, я уже обо многом говорил, здесь все написано, читать с экрана я не люблю. Презентацию, если кому нужно будет, либо я, либо ребята вышлют, это не секрет, то есть вы можете почитать, да, в чем преимущество. Но, проще говоря, да, то есть меньшее количество шлангов – это более высокая производительность и ремонтопригодность. Вот такую штуку еще Multivan презентует в этом году на машине 8.4 SK. Я, честно говоря, не знаю, на какие модели будет распространена эта функция, будет ли это на пятерках, шестерках.
но однозначно начиная с 8 серии это будет, то есть на тех машинах, на которых по умолчанию установлен делитель крутящего момента, будет, соответственно, и вот такая функция. То есть это функция круиз-контроля. Вот в том понимании, в котором она понятна и доступна любому автолюбителю, вот это оно есть. То есть вы устанавливаете определенную скорость, а мини-погрузчик без участия педали, да, продолжает движение с с установленной скоростью. Да? Для чего это нужно? То есть это нужно для выполнения каких-то рутинных работ. Ну вот мне первое в голову, что пришло, когда мне сказали круиз-контроль. Думаю, зачем? Косить, круиз-контроль, да, это круто. То есть представьте себе, то есть оператор, у которого теперь в кабине фактически климат-контроль, да, он установил температуру, налил себе там чайку, кофейку, нажал на педальку, установил скорость и сидит, балдеет, машина едет по прямой, косит установленную скорость. А для коммунальных работ каких-то там при работе со щеткой и так далее, все это, соответственно, доступно. То есть буквально недавно я получил видео, как это работает. То есть вот это, ту картинку, которую видите сейчас, это скриншот из этого видео. То есть обратите внимание, у человека, у оператора ноги не на педалях, но машина при этом едет. То есть он едет в горку, он едет с горки, он едет по кочкам, машина продолжает поддерживать установленную скорость. В принципе, это при выполнении определенных работ достаточно удобно. И опять же, повторюсь, ни у одного из конкурентов такого нет даже в проекте. А включается эта система, насколько я понимаю, курком задним на джойстике. То есть это либо делитель крутящего момента, либо круиз-контроль, либо то и другое, в зависимости от того, как, соответственно, вы настроите этот джойстик. По-моему, достаточно крутое нововведение, но мы едем дальше. Это еще не все. Ну, вот эту штуку, на самом деле, в прошлом году Мультиван продвигал. Все вы уже, наверное, прекрасно знакомы с функциональным джойстиком, видели его, знаете его возможности. Знаете в том числе, что сейчас на стреле Мультиван устанавливается два разъема, трехпиновый и семипиновый. Я сразу скажу, что на вопросы я буду отвечать в конце. Я уже близок к завершению нашего экспресс-обзора и обязательно на все вопросы отвечу. В том числе и на вопросы увеличения стоимости. То есть два разъема. Сейчас все оборудование, которое производится в компании Мультиван навесное, оно переделывается под 7-пиновый разъем. Для чего нужен этот металлический 7-пиновый разъем? Для того, чтобы максимально все функции управления мини-погрузчиком навесным оборудованием перенести на джойстик. То есть, опять же, да, джойстик 12 функциональный, но если мы подключаем через обычный 3-пиновый разъем, соответственно, энное количество, как минимум треть кнопок на нем не работает. Да, для того, чтобы это произошло, для того, чтобы оператор, весь мини-погрузчик был фактически вот здесь, в одной правой руке, на кончиках пальцев, как говорят итальянцы, мы подключаемся через 7-пиновый разъем и, соответственно, полностью используем все функции многофункционального джойстика. То же самое я планирую провести работу и с отечественными производителями навесного оборудования, для того, чтобы мы могли максимально использовать вот эти возможности, которые нам представляет производитель. Соответственно, видели, знаем, останавливаться здесь не буду. В совокупности с новой панелью управления это круто. Это должно быть очень удобно, и я прям очень хочу это все увидеть и попробовать. Смотрите, вот она, модель 84SK. Повторюсь, да, у нас несколько изменился модельный ряд. Я сейчас вкратце пробегусь. То есть у нас остается модель 2.3 бензиновая, у нас остается модель 4.2K, у нас остаются обе модели 5 серии, 5.2K и 5.3K. Обратите внимание, все это уже теперь на куботах, все это с префиксом K. В 6 серии остается одна машина, это 6.3+K. В 7 серии остается одна машина, это 7.2K. 8 серия, соответственно, это тоже одна машина, 8.4SK в двух исполнениях. Впервые на мини-погрузчике Мультиван ставится двигатель, который до этого не использовался. Это Kubota 1505.
вот как раз на этой модели, 8400K. Девятка, девятая серия пока остается без изменений, это 9.5 на Ямаре, 9.6 на Тюареге, десятка без изменений. Определенные изменения коснутся SD-серии, но об этом я буду рассказывать чуть позже, потому что здесь пока ясности никакой нет, но и, безусловно, оба электрических погрузчика DZ, они по-прежнему остаются в строю. Из таких серьезных изменений Multivan прекращает производство мини-погрузчиков 12 серии. Я их в России не видел, я ни разу они, наверное, здесь не продавались, да, это мини-погрузчики с крабовым ходом. Все, больше их не будет, ну, как бы и бог с ними. И, возможно, где-то к середине года нас ждет еще одна какая-нибудь новость о новой модели, но это пока только слухи, поэтому пока подразню ваше любопытство, не более того. Обратите внимание, значит, модель 8400K сейчас комплектуется, повторюсь, двигателем Kubota D1505 двух исполнений. То есть это экологический класс 3, Stage 3, а экологический класс 5, Stage 5. Соответственно, двигатели один и тот же, экологические классы разные, и разные, соответственно, показатели, в первую очередь, мощности, скорости, гидропотока. Обратите внимание, что на машинах Stage 5 все эти показатели несколько ниже, потому что они принесены в угоду экологичности. Да? Но насколько у нас это в России распространено, не насколько. То есть для нас Stage 3 это вполне нормально, поэтому я производителю сразу сказал, что вероятность того, что мы когда-либо будем приобретать машины экологического класса Stage 5, она ничтожно мала. Как опять же мне сказал производитель, вот давайте там электрические погрузчики, Stage 5, сельское хозяйство, коровы и так далее, они должны жить в экологии. У меня есть определенное возражение, я вам сразу сказал, что наши советские коровы, они настолько привыкли дышать дизелем, что если их лишить этого удовольствия, они, наверное, перестанут доиться просто-напросто. Поэтому пока это не про нас. Обратите внимание, значит, как минимум 5 показателей выведены здесь, это показатели, которые... можно сказать, что они лучшие в классе, да, среди одноклассников, самые высокие. Вот фотография, которая здесь представлена, это на самом деле модели 8400K на производстве, да, то есть это готовые, собранные модели. Вот они уже здесь стоят с новыми панелями управления. Значит, с новыми функциями системы OneDrive, с контролем и так далее, да, то есть нашлепали их достаточно. В ближайшее время первая эта машина приедет в Россию, кому достанется, пока не знаю, соответственно, но я прям с нетерпением жду, хочу на нее посмотреть. Теперь есть смысл, да, вот, ответить на вопросы по цене, потому что я хотел парой слов пробежаться по, соответственно, стоимости мини-погрузчика. Значит, замена двигателя и... вот эти вот все накрученные, навороченные опции, они никоим образом, самое что парадоксальное, не влияют на цену. Значит, смотрите, здесь два момента. Модель 8400K, она остается по стоимости такой же, как модель 8400S. Причина понятна, потому что это флагманская модель. Multivan это не скрывает. Они говорят, это наш пионер, мы будем завоевывать с этой моделью мир. Стоимость модели не изменяется, но с 1 июня Multivan изменяет прайс. Изменяет прайс на большинство моделей. Опять же подчеркну, модели 8400SK это не коснется. Изменение прайса, оно вызвано... логично, текущей какой-то экономической ситуации, да, в Европе, в мире и так далее. Если вы помните, то, наверное, больше года, да, не менялся прайс на мини-погрузчике Multivan. Повышение коснется определенного количества моделей, навесного оборудования, опций и так далее, и повышение, ну, оно такое где-то в среднем составит от 3 до 7% в зависимости от позиции. Опять же, повторюсь, все это не касается новой пионерской флагманской модели 8400SK. Грустная новость, на самом деле, повышение цены – это всегда плохо, но есть в этой, соответственно, бочке дегтя и ложка меда. Все заказы, которые будут забронированы нами как дистрибьютором до 1 июня, вне зависимости от сроков отгрузки, они будут зафиксированы по старой цене, имейте это в виду. То есть все, что забронировано будет до
соответственно, 1 июня, даже если мы планируем отгружать это 23 декабря, 31 декабря, да, 2021 года, это все будет по старой цене. Все заказы после 1 июня, соответственно, это новая цена. Новый прайс мы уже получили буквально на днях, на этой неделе займемся пересчетом, ну и, соответственно, я думаю, что ближе к концу недели, это или начало следующей, вы сможете ознакомиться с новыми ценами, которые ожидают нас после повышения. Но имейте в виду, донесите это до клиентов и тех, кто интересуется, что все заказы до 1 января, повторюсь, января-июня, повторюсь, будут, соответственно, по старой цене. Так, на вопросы по цене ответил. Класс двигателя согласен. Но то, что у Бориса проблемы с 630 плюс наслышан. Вот, давайте так, то есть мне, наверное, на сегодняшний момент больше сказать нечего. Вот такое количество концентрированной информации об инновациях, повторюсь, я никогда не получал и никогда не доносил до вас. Это очень круто, я очень горжусь тем, что я работаю с этим замечательным брендом, который не стоит на месте, который постоянно развивается, который прислушивается к своим клиентам. В течение, повторюсь, опять же, сейчас я опять залагаю, но я обещаю, что я сниму видео новое тестов в российских условиях, самых жестоких, нового пластика мультиванна. Это будет интересно. То есть тестировать будем по-разному, начиная, знаете, наверное, кто-то слышал уже, да, если, сейчас не знаю уже как, но если с полгода назад, если бы мы позвонили одному из конкурентов наших, вам бы сказали, что пластик мультиван протыкается пальцем. Начнем с того, что я пытаюсь проткнуть его пальцем, надеюсь, что палец мой выдержит, вот, и закончу, наверное, самыми экстремальными вещами, будем переезжать его тяжелой техникой, ломать, бросать его, что только не будем делать. Вот, коллеги, спасибо за внимание, я готов ответить на ваши вопросы, если они есть. Всегда готов ответить на вопросы, потому что мой телефон доступен, WhatsApp, Viber, звоните, пишите, не стесняйтесь. Прямо сейчас я смотрю, просто все шокированы количеством нововведений, поэтому вопросы говорить. Спасибо еще раз, всего доброго, успешных вам продаж, до новых встреч.